47 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 выявили на Колыме за последние сутки. По данным областного оперативного штаба, по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции за весь период выявили 6123 заболевших. Обследовали на наличие инфекции 109587 колымчан. С выздоровлением выписали 5494 человека. Специалисты Роспотребнадзора напоминают, мытье рук с мылом – одна из главных профилактических мер. Также эксперты призывают в общественных местах пользоваться средствами индивидуальной защиты. При посещении мест с большим скоплением людей необходимо надевать маску, перчатки, пользоваться антисептиком и соблюдать дистанцию 1,5 метра друг от друга. Мужчинам специалисты рекомендуют воздержаться от рукопожатий. При первых признаках простуды и повышении температуры следует незамедлительно обратиться к врачу. Соблюдение этих противоэпидемиологических мер поможет снизить риск заболевания новой коронавирусной инфекцией.